Здравствуйте. В этом видеоролике я хочу рассказать про французскую артиллерию 4 уровня АМХ-105. Эта артиллерия уже элитна, как вы видите по значку. Все у нее стоит самое лучшее. Что касается ее модулей. Две пушки. Эта пушка отличается от этой только разбросом. Больше ничем. Рация 9 уровня позволяет вам видеть своих союзников на большом расстоянии, а с помощью союзников вы видите, конечно же, и врага. И сможете его уничтожить. Последний двигатель очень хороший, дает возможность вам спрятаться от врагов, если вас рассекретили. И ходовая часть дает возможность вам резче поворачиваться, резче заворачивать. Что касается этой артиллерии, кратко. Эта артиллерия очень хорошая, потому что она позволяет вам обстреливать врагов с очень хорошего радиуса обзора. То есть, когда вы стоите кустику, допустим, ваша артиллерия стоит вот так вот, то вы сможете и с такого угла начать атаку, и вот с такого. То есть буквально вы прострелите 70% карты, не перемещая свою артиллерию. Что касается ее урона. Урон хороший. С двух выстрелов можно уничтожить тяжелые танки 5-х уровней, такие как Heavy, Класс, БДР, Черчилли, ну и другие. Танки 3-4 уровней вы можете уничтожить с одного выстрела. Сейчас я этот танчик вам продемонстрирую, вы сами все увидите. Готов! Уничтожен! Уничтожен! Только что вы видели фрагменты боя этой артиллерии, видели, какой у нее урон, что она может. Теперь интересно знать ваше мнение, понравилось вам этот танк или нет. Если понравился, пожалуйста, поставьте лайк на видео. Если нет, прокомментируйте. Интересно знать ваше мнение. Спасибо вам за внимание. Пока.